Всем привет, ребята, с вами Милашка, и сегодня пятница, а это значит, что мы идем на почту за подарочком. Ну что, погнали? Заходим на почту и берем билетик. Отдаем его Крампету и получаем наш подарок. Сегодня у нас золотой подарок. Вообще, я не знаю, что означает золотой подарок. Если вы знаете, напишите в комментариях. Возможно, это означает то, что это будет связано с каким-то обновлением. Ну, я не знаю, потому что обновление должно быть еще не скоро. Давайте мы откроем. Ой, это что такое? Цветочки. Это что? Колечко. И еще что-то там. И это, походу, конфеты. Опа, а что, праздник какой-то, что ли? Что за прикол? Я не знаю, может, у них там в Америке какой-то свой праздник. Напишите в комментариях, если знаете, а возможно, это просто такой подарок. Странный, я не знаю, к чему он. Но он достаточно миленький, интересненький. Ну, просто я не знаю. Обычно такие подарки дарят, знаете, к праздникам всяким. Ну, напишите в комментариях, если знаете. А мы пока что уберем этот подарочек на полочку. И также напишите в комментариях, понравился ли вам этот подарок. Ну, лично мне понравился, достаточно неожиданный и милый подарок. А я думаю, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой YouTube и Яндекс.Дзен. Всем пока-пока!